Крылышки и сосиски, колбаса вареная и копченая. На прилавке все только свежее, вкусное и натуральное. Широкий ассортимент мясной продукции представит парканский мясокомбинат «Благода». Насладиться колбасными изделиями местного производства бендерчане смогут уже в это воскресенье. На площади перед ДК имени Павла Ткаченко пройдет ярмарка-продажа «Сделано в Приднестровье». Мы предоставим наши колбасы, самые-самые свежие, мяско, сосиски, крылышки, колбаски, вареные, полукопченые, то есть весь наш ассортимент. У нас все самое-самое свеженькое, делается из натурального всего сырья, то есть мясо мы не покупаем, не привозное у нас мясо, мясо у нас, сырье у нас свое, то есть коптим все на опилках, то есть все самое-самое свежее. Желающих отведать продукцию местного мясокомбината хоть отбавляй, говорят, привыкли доверять именно отечественному производителю. Здесь все свежее, все вкусное, все наше, бендерское. Самое прекрасное. Кто желает, пусть приезжает к нам в Бендеры. К ярмарке продажи вовсю идет подготовка и на бендерском пивзаводе. Представят весь ассортимент – от газировки «Буратино» до известного во всем Приднестровье пива «Старая крепость». Его создатели используют старейшие натуральные технологии производства – чистый солод и никаких консервантов. Поэтому и срок годности пива небольшой – 10 суток. В воскресенье сотрудники завода обещают порадовать бендерчан приятным сюрпризом – бесплатной дегустацией. На ярмарке «Я Приднестровец» мы предоставим всю линейку нашей продукции, начиная от воды, пива, ликероводочные изделия, сладкие воды. Ликероводочные изделия у нас будет просто дегустация. Мы там по 10 граммов угостим всех гостей и жителей, чтобы они пробовали, потому что тоже на натуральных компонентах. Продукт великолепный, поэтому считаем, что наше население должно употреблять местный продукт хорошего качества. Наша цель – хорошее качество. Десятки бендерских предприятий продемонстрируют свою продукцию. Ярмарка продажа «Сделано в Приднестровье» – отличная возможность приднестровцам и нашим гостям попробовать и приобрести продукцию местного производства. Акцию поддерживают как производители, так и сами приднестровцы. Это отлично, что проводятся такие мероприятия, потому что к ним привлекаются от мала до велика. И все люди, даже те, которые не имеют возможности заходить в магазины, ходят, допустим, родители или дети, имеют возможность всей семьей пойти и от мала до велика есть потребление нашей продукции. Я выразила глубокую благодарность по поводу организации такого мероприятия, потому что это еще воспитывает в людях чисто гражданскую позицию, для того, чтобы мы могли гордиться и радоваться своим краем, своим городом, своей страной. Ну, конечно, почему? Хорошо, конечно. Почему нет? Они очень хорошо. Что-то можно и такими общими усилиями и улучшить наш край, и где-то что-то сделать более культурнее, более удобнее, более комфортнее. Акция «Я Приднестровец» уже побывала во многих городах и районах республики. 21 мая фестиваль встречает город Бендеры. Екатерина Чеботарь, Иван Зелинский и Евгений Никонов. Бендерское телевидение.